Компания «Дитест». Мы производим оптическое измерительное оборудование с 1991 года. «Дитест». Оптические измерительные системы. Представляем вашему вниманию «Пробиус». «Пробиус» — это целая серия лазерных приборов и систем для контроля внутренней поверхности цилиндрических изделий. «Пробиус Мини» — прибор для бесконтактного измерения и видеоинспекции труб малых диаметров. «Пробиус Ultimate» — один из самых популярных приборов для диаметров от 100 мм с широкими измерительными возможностями. «Пробиус Uno» — изготавливается под конкретный диаметр. Содержит прецизионные модули центровки и самые точные сенсоры. Рассмотрим возможности приборов на примере «Пробиус Ultimate». Все оборудование имеет модульную структуру. Покупатель имеет возможность выбрать ту модификацию, которая ему действительно необходима. В зависимости от решаемой задачи вы можете выбрать наполнение прибора, тип видеокамеры, а также дополнительные опции. Лазерные приборы позволяют измерять все виды цилиндрических изделий – трубы, статоры, стволы, гильзы, экструдеры. По всей длине изделий вы можете измерить диаметр и овальность, отсканировать профиль сечения, измерить длину, прямолинейность, провести видеоинспекцию. Пользоваться прибором очень просто. Вставьте прибор в трубу. Закрепите штангу. Запустите программное обеспечение. Продвигайте прибор вдоль изделия. Каждый прибор содержит канал для измерения прямолинейности, фронтальную камеру со светодиодным осветителем, боковую камеру для детального панорамного осмотра и, конечно, главный измерительный канал — вращающийся прецизионный лазерный сканер. Фронтальная камера позволяет быстро найти дефект, а лазерный дальномер определит его точное расположение внутри изделия. Исследуйте дефект с помощью сканера. Получите детальную панорамную фотографию. «Пробиус» может свободно перемещаться и вручную, и автоматически, в цилиндрических объектах простой и сложной формы, одновременно выполняя весь спектр измерений. Результаты измерений, а также картинка с обоих камер, автоматически появляются на экране монитора. Для измерения прямолинейности мы используем опорный лазерный излучатель. Лазерный луч попадает на сверхчувствительный фотосенсор. Его перемещение по сенсору автоматически пересчитывается в данные о прямолинейности. Чтобы измерить прямолинейность, вставьте опорный лазер с одной стороны измеряемой детали, а «Пробиус» — с другой стороны. Опорный лазер формирует внутри трубы высокостабильную базовую ось. Прибор, двигаясь по изделию, повторяет его профиль. Фотосенсор определяет расположение лазерного луча, а программное обеспечение рассчитывает мгновенное отклонение от базовой оси. Каждый прибор поставляется со специальным калибровочным устройством, которое позволяет быстро проверить метрологические характеристики оборудования и при необходимости устранить появившиеся погрешности. Такой подход позволяет сохранять надежность и высокую точность измерения, даже при активной эксплуатации в самых сложных условиях. Приборы «Пробиус» — принципиально новый подход к измерению труб.